Okay, let's go. Привет, ребята! В этом году у нас выходило уже очень много разных фотосравнений, но я подумал, что мы с вами наконец-то готовы к финальному, главному, самому масштабному из всех. И в конце ноября, сбежав от московского холода, приехал в Абхазию. Для того, чтобы подвести итоги года и сравнить все лучшие фотосмартфоны, вышедшие за последние 12 почти месяцев. Этот видос мы снимаем на iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, Google Pixel 6 Pro и Galaxy S21 Ultra. Они прошли, естественно, отбор с помощью предыдущих видосов. Впереди два увлекательных дня. Это будет круто. Надеюсь, что вам понравится. Поехали. И начнем с необычного теста. Я решил сделать обои на каждый из смартфонов, чтобы прям взять и поставить на экран рабочего стола. Несмотря на то, что краски все такие серые, конечно, нам хочется лазурного берега, яркой, бирюзово-синей воды. И мне кажется, лучше всех с этой задачей справился Pixel, Samsung. iPhone выдал какую-то серую грусть без детализированной воды, а Xiaomi просто плоскую такую серую фотографию бахнул, и ничего с этим не поделаешь. Но единственное, что могу сказать, небо мне, конечно, гораздо больше нравится на всех, кроме Пикселя. И у него, забегая вперед, действительно есть проблемы с облаками. Он почему-то постоянно то выбеливает, то делает их слишком плоскими, и это не очень хорошо. Мы только заехали в Абхазию, но уже испытали дикий кайф, потому что здесь внезапно, буквально спустя 15 минут после пересечения границы, стало жарко. Позади меня колоннада и, собственно, береговая линия с красивейшими видами. Это одна из первых достопримечательностей, которая встретится вам в Абхазии. Построена она была в поствоенный период на стыке 40-х и 50-х годов. И единственная такая на территории всей Абхазии. В предыдущих видосах мы с вами договорились, что приближать, кропать, что-то там изучать, пытаться найти какую-то разницу в детализации, во всяком случае, днем, это занятие абсолютно бесполезное. Вот какая фотка, мне кажется, теплее, приятнее, уютнее, какая лучше передает то, что я видел своими же глазами, и какую, в конце концов, без особой обработки можно, не стыдясь, кинуть родственникам или выложить в социальные сети. Сложная, на первый взгляд, фотка на все смартфоны получилась, ну, типа, абсолютно одинаково. Вот вы видите разницу? Я, честно говоря, нет. И даже попытавшись кропнуть фотку, поискав какие-то отличия в детализации, найти их очень тяжело. Но в целом с фотографией справились абсолютно все наши участники, и здесь я даже не вижу никакого смысла останавливаться. Гораздо интереснее то, что находится на другой стороне дороги. Много чего осталось нетронутым, и вы можете буквально... Ну, я не знаю, как это, типа, не банально описать, но вы прям видите историю. Ну, а вот здесь уже начинаются какие-никакие, да, отличия. Если вы, ну, типа, так вышло, большой любитель разглядывать всякие листочки и любите правильную цветопередачу всех этих осенних тонов, зелени, желтых, оранжевых листьев и так далее, то вам наверняка больше всего понравится фотография на Pixel. Но устраивать фототест баланса белого совершенно не хочется. Кому-то по вкусу синяя-серая гамма, кому-то по вкусу, наоборот, такая яркая, желтая, насыщенная. И каждый здесь должен определиться сам для себя, чей баланс белого ему нравится больше. Мне ближе всего оказался все-таки Pixel, хотя iPhone и Samsung выглядят немножко почестнее. Ну а Xiaomi, как мне кажется, сделан ни туда ни сюда. То слишком ярко, вот как в правом верхнем углу эти желтые листья, то выбелил просто само здание. Не, дневные фотки сравнивать это правда уже под конец 2021 года очень сложная задача, потому что если мы начнем приближать, кропать, искать какую-то разницу принципиальную, я имею в виду в детализации, мы ее нафиг вообще не найдем. Я не уверен, что мы должны заострять на это внимание, поэтому давайте просто посмотрим, полюбуемся дневной Абхазией. Мне придраться абсолютно не к чему. Там один не дотянул, здесь не дотянул. Но все это в рамках погрешности, поэтому наслаждаемся видами. В нашем прекрасном путешествии по Абхазии я решил подстраховаться и взять с собой целый набор аксессуаров Infinity LED. Начну с упаковки. Она очень классная, сделана из переработанного картона, а печать выполнена с помощью соевых чернил. То есть эта упаковка полностью готова к переработке. Корпуса устройств точно так же на 90% состоят из переработанного пластика, поэтому если вас заботит тема экологии, смело покупайте. Начнем с самого главного. То, чем мы, путешественники, пользуемся, например, в отелях, это линейка Instant Charger. В моем случае 65-ваттный и
30-ваттный адаптер питания, каждый с двумя USB C и A, поддерживается Power Delivery до 30 и до 65 ватт, а вообще в линейке есть 20 и даже 100-ваттные адаптеры питания. Этого хватит на зарядку любого устройства, которое вы возьмете с собой. Заряжать свои устройства и соединять их я буду с помощью прекрасных проводов Instant Connect. Нормально? Ну, слава богу. Провода Instant Connect, мало того, что, опять же, экологичные, они сделаны из очень хороших материалов. Плетение очень надежное, в дороге особенно актуально, когда провода используются в хвост и в гриву. Конечно, у меня есть USB-C на USB-C, USB-A на USB-C, USB-A на Lightning, и каких только проводов Infinity Lab не делает для того, чтобы вы могли заряжать и соединять абсолютно любое устройство, которое возьмете с собой. Смотри, смотри, зайка. Ну, а когда я приеду в отель, и мне нужно будет связаться с Москвой, чтобы обсудить важные планы, я воспользуюсь вот таким спикерфоном Claire Call. Он работает и как powerbank, и как устройство для конференций где угодно. В нем 4 микрофона с шумоподавлением и, конечно же, работа аж до 24 часов. Ну а на студии, прямо у компьютера, я поставил беспроводную зарядную станцию Instant Station Wireless. В ней есть USB-C и USB-A, то есть можно заряжать от одной маленькой портативной зарядной станции аж 3 устройства одновременно. Вот просто не поленитесь, если вам хоть кто-то когда-нибудь рассказывал об Абхазии, говорил, что здесь другая природа, здесь совершенно другие красоты, и вы не верили? Приезжайте и смотрите сами, потому что в Сочи это все-таки уже очеловечено очень сильно. А в Абхазии, несмотря на то, что есть хорошие дороги, есть куча заведений разных, достопримечательностей каких-то и так далее, ты можешь просто ехать на машине по трассе, остановиться и оказаться посреди вот нетронутой абсолютно природы, которую очень мало где можно сыскать. По пути на сталинскую дачу, конечно, было очень красиво. Куча гор, всяких вод, растительности, деревьев. Это все снимай не хочу, даже если не особо любишь природу. И вот с этой самой природой, как мне кажется, лучше других справляются Pixel и Samsung. Единственное, что на Pixel надо иметь в виду, это, опять же, плоское невзрачное небо. В остальном он просто офигенно щелкает всю эту зелень, камни, передает текстуру воды во всех случаях неплохо. Первая же фотка с телевиков, и посмотрите, какая красота получилась. Да, на каждый смартфон, ну будем честны. Все сфотографировали горы сквозь деревья, очень атмосферно и круто. Но, тем не менее, меньше всего мне понравилась фотография на Samsung. Мне кажется, слишком много переднего плана, он немножечко поплыл. Короче, атмосферы в этой фотографии нет вообще, придется потом накидывать виньетку для того, чтобы центровать горы. Лучше всего то самое ощущение передано на Pixel 6 Pro, потом идет Xiaomi, он дал такую киношно-пленочную цветовую гамму и очень прикольно отделил облака от гор. Посмотрите, прям чувствуется объем, чувствуется наслоение. Еще одна достопримечательность не только Абхазии, но и всей истории нашего государства в целом — дача Сталина, на которую вы обязательно попадаете, если прибываете в Абхазию. Опять же, вам очень много о ней рассказывают. Там говорят, вот прям дача-дача. Но оказалось, что Иосиф Виссарионович был человеком максимально скромным, и он построил здесь в натуре дачу. Ну, типа, хотя бы хоккейная площадка, чтобы была там, я не знаю, туннель какой-то в гору, а здесь нифига такого нет. Дача вообще здесь, в окрестностях, не одна. Как минимум их еще две, в Сочи и в Гагре. Или в Гаграх, но мы застали одну из них. Пойдемте попробуем внутрь зайти, потом к озеру спустимся, покажем вам все эти красоты. Здравствуйте, а внутрь можно? Можно, да? Дача Сталина, в силу того, что здесь огромное количество вот этих классических, советских, рыжих стен, наглядно демонстрирует подход каждого из смартфонов к балансу белого и цветопередачи в целом. Здесь спорить нет смысла. Кому-то нравится розовый, синий какой-то пипец. Ну, на мой вкус, во всяком случае, баланс Samsung S21 Ultra, кому-то понравится неестественная желтизна Mi 11 Ultra, а кому-то по душе та самая реалистичность, которую вы получаете на iPhone 13 Pro Max и на Pixel 6 Pro. Вот, несмотря на то, что здесь все действительно дорого, подбирались, привозились разные материалы, там жена выбирала цвет сантехники розовый, что-то из Югославии, какие-то березы используются. Главное, чего в Советском Союзе не было никогда, это хороших стекол. Вот я не смогу вам, наверное, передать этот эффект, но если вы подвигаете камеру сейчас, ребята, вы увидите, как они волнами просто идут. Видите стекла? А вот это все было пристроено потом, да, чтобы эти два... Это коридор, который где-нибудь в передаче. Ага. Раньше позади вас вместо двери была стена. Там стена хрущевской пристройки заканчивалась. В 70-е годы при Брежневе построили коридоры и объединили две дачи – сталинскую и хрущевскую. Сталинскую дачу построили в 1946 году немецкие военнопленные. Их было более 3000 человек. И дорогу, по которой вы добирались на Арицу, тоже строили они. Хрущевский известный кондиционер
Panasonic. То есть, если в эту ванну наливать воду, она не остывает сутки. Лук из ванной десятилетия назад. Как бы он выглядел тогда? На айфоне ничего так. Розовый унитаз, как он есть. Очень детализированная классная плитка. Опять же, есть ощущение объема, потому что все отражения, все тени айфон передал прям офигенно. Еду ему привозили на катере. Потому что он не любил, чтобы в доме пахло какими-то посторонними запахами. В готовке, в кухне здесь вообще нет. Оказывается, в каждой комнате, даже в ваннах, у Сталина были кнопки вызова охраны. У меня вот есть кое-что общее все-таки со Сталиным. У меня дома всегда полумрак и один источник света. Либо это какая-то маленькая лампа, настольной даже хватает, либо умная лампа в углу. У Сталина умных ламп не было, но была вот такая люстра, и она здесь абсолютно одна. Но пользовался он, я так понимаю, только одной, потому что у него под старость уже было оспа, и он дико не любил, когда при ярком свете ее было видно. Стоя на берегу дачи, конечно, хочется сфоткаться для мамы, поэтому лучше всего я получилось, как мне кажется, на айфоне и, что удивительно, на Xiaomi. Здесь лицо правильной формы, оно не растянутое, плюс одежда не ушла в контрастность и черноту. Короче, можно отправлять. А вот на остальных я получился какой-то неестественно растянутый, слишком черный, ну не в смысле, что, ну как бы вы поняли. Ну и здесь надо показать маме, где мы находимся. С этим Samsung справится лучше всего. У него, посмотрите, какие живые детализированные отражения, естественная классная вода. Ну блин, это уже такие придирки, да? Потому что посмотрите на остальные фотки, они практически такие же, плюс-минус резкость подкрутил, и все. Абсолютно одинаковые кадры. Красота, конечно, просто неописуемая, неописуемая. Мы сюда приехали не просто так. Дело в том, что в последнее время я стал замечать в инстаграмах у людей и в социальных сетях очень прикольные фотки с длинной выдержкой. Типа, когда машины в потоке образуют такие линии. Мы попробуем сфотографировать водопад на длинные выдержки и посмотрим, в каких из наших смартфонах эти режимы вообще доступны. Вот что получилось, довольно симпатично. Сразу скажу, что специального режима длинной выдержки на Samsung я вообще не нашел, а iPhone от остальных выгодно отличается тем, что у него вот такую фотографию можно сделать уже после съемки, если вы включали режим Live Photo. Мы приехали на озеро Рица. Такое величественное, очень флёрное итальянское название. К сожалению, нам, напоминаю, не везет с погодой, жутко, все пасмурное, грустное, но здесь мы не просто так. На смотровой площадке встали для того, чтобы протестировать супер ширики. И лучше всего с этой задачей справился Pixel. Да, у него не самый широкий угол, что как бы вносит определенные ограничения, но зато хорошая детализация, цветопередача, с этим все в полном порядке. На втором месте пускай идет Samsung, хоть слева он и пошумел, потер какие-то детали, но ничего так. На третьем месте будет идти Xiaomi. И на последнем месте плетется iPhone, потому что куда ни приближайся, куда ни смотри, детализация отвратительная. Хотя, казалось бы, на мои портреты смотреть уже просто неинтересно, зато посмотрите, как круто получились портреты собаки. Учитывая, что она там кусала свою подругу, они там вопили, бегали по этой площадке как сумасшедшие, нам удалось поймать ее на доли секунды, и вышло просто топово. Единственное, что на пикселе она какая-то слишком резкая, постаревшая, что ли, не свежая. То же самое, что делает пиксель с людьми. А вот на Xiaomi она смотрится просто пушечно, яркая, такая прям веселая собака. Путешествуя по природе, мы очень часто хотим застать ее в первозданном виде. Но, к сожалению, все эти туристические места, что? Наполнены, просто набиты людьми, туристами, особенно в сезон. И в этом плане нам дико поможет Pixel 6 Pro, потому что, насколько я знаю, у остальных такого магического режима нет. Он умеет прямо из встроенного приложения убирать с фотографии людей. Вот, допустим, мы фотографируем горы, и в кадр попал один человек. Переходим в фоторедактор, нажимаем «Изменить», волшебный ластик, поиск объектов идет, телефон автоматически находит человека, нажимаем «Готово», все! Look at this! Прикольно. Жрать пойдем. Мы заглянули в Апатску. Переводится это, грубо говоря, как, не знаю, едальня, давайте так скажем. Место, конечно, максимально колоритное, и без его посещения, я думаю, что понять Абхазию будет просто невозможно, потому что здесь, собственно, вот, готовят еду прямо посередине этого заведения. Там, конечно, есть отдельно кухня, но тем не менее, люди здесь в полной тишине, очень спокойно. Очень рекомендую здесь попробовать хачапур. Можно взять по-аджарски, можно взять вот такой кусочек. Обязательно надо попробовать мамалыгу. Мы еще взяли шашлычок, чай, в общем, все как положено. И, ребят, самое главное, что вы должны знать, приезжая в Абхазию, здесь очень недорого. Вот
Здесь как нигде больше нужно было передать ту самую атмосферу места, уют, этот костер, который горит посередине. С этой задачей лучше всех справился Пиксель, и на последнем месте Samsung. Все какое-то фиолетовое, шумит, даже странно. Ну и добро пожаловать в то, ради чего каждый, я уверен, мечтает побывать в Абхазии. Пожалуйста. Эти горы, они гигантские. Я впервые в жизни стою посреди чего-то подобного. Время уже позднее, без 25. Мы приехали в темноту практически. Но интересно, что ночные режимы ни на одном из смартфонов автоматически пока не включатся. Поэтому давайте протестим, что же нам наши аппараты покажут в это время суток, когда уже света им категорически не хватает. И тут наглядно видно, кто на что способен. iPhone сделал какую-то туманную серо-синюю фигню, которую нужно, конечно, будет допиливать руками. Samsung все сделал отлично, но при этом очень часто уходил в черноту, буквально вот как здесь в правой части кадра. Pixel старался высветлить все, что можно, но здесь, как мне кажется, его вот эта желтизна и теплота оказалось не совсем уместно. Ну а Xiaomi выдал нечто среднее между Пикселем и Samsung. А еще оказалось, что люди сюда приезжают, чтобы что-то поорать, типа «Эх, в горах же». Вот, примерно так. Но еще один нюанс. iPhone почему-то в большинстве ситуаций проигрывает по детализации. Он не делает какое-то жуткое мыло. И заметно этой потери деталей становится только когда увеличиваешь фотографии. Но вдруг вам придется что-то кропнуть для инстика, например. Почему на iPhone деталей, ну не то чтобы в два раза, но заметно меньше, чем на остальные смартфоны. Мне это непонятно. Пока вы дальше смотрите на оставшиеся одинаковые дневные фотографии, я думаю, можно сделать главный вывод. Сегодня не настолько важно, как смартфон снимает в простых и понятных условиях. Гораздо важнее, как он снимает видео. Мы все-таки живем во времена тиктоков, инстаграм-историй, бесконечного видеоконтента. И, как вы уже успели заметить, наверняка с этой задачей даже днем лучше всех по-прежнему безоговорочно справляется iPhone 13 Pro Max. Apple как делала лучше видео смартфон в этом плане, так и продолжает. Города, в которые мы с вами обычно катаемся, ночью просто цветут. В Абхазии с этим дела обстоят совершенно иначе. Если вы при подготовке к отдыху зайдете читать отзывы к отелям, в которых собираетесь жить, половина из них будет говорить о том, что, блин, достало, в стране каждый день отключают свет. Даже в отеле отключили свет теперь. В этот момент особенно актуальными, как по заказу, становятся аксессуары Infinity Lab в линейке Instant Go 10000. Это линейка пауэрбанков. Есть версии со встроенными USB-C Lightning проводами, есть версии, соответственно, без проводов, как вот это. Наглядное пособие, как нужно отправляться в путешествие. У вас в сумке должны быть не только вот такие адаптеры питания и плетеные провода классные, но еще и, конечно же, очень хорошая пауэрбанки. Поддерживает Power Delivery, поддерживает беспроводную зарядку, поддерживает зарядку, в принципе, от проводов. На моей памяти не было настолько полезных, в первую очередь, мне интеграций в видосах. И с этим здесь действительно очень большие проблемы. Каждый местный прекрасно знает, что электричество в Абхазии — это такой прям ресурс, которого действительно не хватает. Вот даже сейчас мы стоим на набережной, на которой, казалось бы, в такую чудесную совершенно погоду должны гулять люди, а света здесь не то что нет, его очень-очень мало. Эти фонари вообще не работают, мы специально здесь прям. Там они, если и включены, то светят очень-очень слабо. Нашим смартфонам будет очень и очень тяжело в таких условиях. Мы приехали на самый берег, на первую линию. Да, условия максимально жесткие. Была абсолютная темнота, но все фотки говно. Хотя у Samsung, кажется, получилось лучше и резче других передать камушки и в целом избежать каких-то странных оттенков. Посмотрим на колесо обозрения. Удивительно, но даже учитывая шумы, фотка с Galaxy S21 мне нравится больше всех за счет своей яркости. Шумы эти можно поправить, чуть накинув контрастности. А вот детали, которых категорически не хватает, например, на iPhone 13 Pro Max, мы уже ничем не сможем вытянуть. Двери подъезда всегда открыты. Вот тут вообще двери нет. Это прикольно. Я так полагаю, либо из-за того, что здесь жарко, либо из-за того, что народ здесь и так весь друг друга знает в гаграх. И какой нафиг резон запираться за железными дверьми, как мы любим на Руси? Можете себе представить, что вы живете вот в таком стандартном для постсоветского пространства доме, и вокруг у вас пальмы? Красиво. И вообще дворики очень уютные, чистые. Прям
прекрасно. И воздух восхитительный совершенно. Вот то, ради чего стоит приехать. С этим реально трудным кадром, который я фотографировал вообще для себя, для своего инстача, можете на него, кстати, подписаться, справились iPhone и Pixel. Я получился естественным, видно черты лица, хорошие тени, мягкие, можно править фотки. Ну, прям неплохой результат. У остальных какое-то мыло, бардак с текстурами, черт знает, что творится с цветопередачей. И, ну, не нравится, короче. Если вдруг вы захотите не только погулять, но и сходить на культурные мероприятия в Абхазии, вот вам, пожалуйста, афиша. И вот тут мы возвращаемся к вопросу о детализации. В большинстве случаев она нафиг никакой пользы не несет. Рассматривать эту траву, кирпичи, камни, ну, бесполезное занятие. А вот когда нам действительно нужно что-то прочесть, давайте посмотрим. Лучше всего объявления читаются на айфоне, ну, прям офигенно, и на Pixel. It's time to do some criminal shit. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а можно вас попросить мандаринчик один попробовать? Ради бога! Ради нет, не бойтесь! Можно, да, парочку возьму? Вот этот раз. У нас еще киви тоже у нас есть. Киви у вас растет? Да, пойдемте посмотрите. Пойдемте. А вы из них что-то готовите? Да. Варенье? Или что вы из да. них делаете? Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания, спасибо. Вообще очень вкусный. Прям вот хочется вот так взять. Абхазский народ и вот подобные сохранили это удивительное совершенно гостеприимство, которого, наверное, у нас уже и не осталось. Вот, но есть улов. Мандаринчики везде получились ничего так аппетитно. Глядя на этот прекрасный поджерик, давайте затестим блики и увидим, какой кошмар творится у Пикселя и Xiaomi. Это один фонарь, пацаны, шо с вами не так? У Samsung все смотрится чуть более естественно, а лучше всего, даже удивительно, с бликами справился iPhone 13 Pro Max. Мы приехали на железнодорожный вокзал, и это оказывается одно из самых освещенных мест вообще в Гагре. Но отсюда, это совершенно безумные красоты здания, выглядит заброшенным. Давайте погуляем по территории, немножко пофоткаем, потому что поезда, по идее, сюда приходят из Москвы, но мы что-то пока реально не понимаем, функционирует здесь хоть что-то или нет. Ну вот там таблички какие-то свежие есть. Но, учитывая, что здесь есть иконка фотокамеры, висело оно здесь относительно недавно, входа нет. Горит одна единственная лампочка, я так понимаю, сторож сидит. А здесь вообще домоуправление какое-то. Как нам сказал то ли дежурный по станции, то ли милиционер. Вокзал действующий, нам сказали, но в аварийном состоянии. Здесь я лучше всего вышел на Xiaomi, и деталей на фоне достаточно, и самого меня можно кропнуть, чтобы запостить в инсту. Pixel и iPhone все размыли, например, вообще. А вот Samsung ближе всех к тому, что получилось на Xiaomi. Очень неплохая фотография. Вот здесь, я думаю, идеально ночной режим проверять, потому что не видно низги, в принципе. И какой телефон справится с тем, чтобы показать нам, как это выглядит на самом деле, потому что я даже глазами не вижу всего. И, надо сказать, достаточно ровно с этой задачей справились все наши участники, но то, что вытворил iPhone, мне сложно оценить. У него по деталям-то все в порядке. Мне кажется, даже лучше, чем у всех остальных. Но откуда взялись такие темные дыры, я не понимаю. Эта проблема не ушла, и даже в конце декабря прошивками ничего не исправили. Видимо, на взгляд Apple, он так и должен снимать. Наш водитель говорит, что поезда ходят. Ой! Ой, ты моя маленькая. Может, заберем? Ну а как мы их повезем, да? Ты лапочка сладенькая. Да, да. Движущиеся животные — это главная проблема для любого смартфона, и этих щеночков замечательных удалось поймать только на Pixel. Фотки с остальных телефонов даже рассматривать нет смысла. У Pixel есть одна фишка, которая, в отличие от других смартфонов, немножко облегчает задачу. Следящий автофокус. И Pixel, посмотрите, будет за ней следить. То есть вот я ее сфотографировал, и видите, фокус остается на ней. А Samsung у нас, к сожалению, разрядился в неподходящий момент. Я, конечно, достану наш волшебный пауэрбанк, но код-то ждать не будет. Поэтому заценим кота на другие смартфоны. И здесь он мне больше всего нравится именно на Xiaomi. Посмотрите, какая классная детализация, какая классная цветопередача. Это точно такой же вокзал, как в Гагре. А, собственно, подтверждаем то, о чем говорили. В Абхазии вот так. Вырубили свет вообще везде. Пока мы без света пытаемся раздобыть хоть какую-то еду, потому что после 9 вечера в дни сезон кафешки никакие не работают, я вам дам один совет. Берите с собой наличку. Карты здесь, если и принимают, то очень редко. И даже перевод на Сбер, к которому мы все так привыкли, не всегда возможен. Нам повезло, но на всякий случай бумажные деньги с собой в кармане лучше носить. Кстати, вот тут в Абхазии все стесняются, ну, чаевых.
прям вот неудобно, не надо, ничего не надо. Ну вообще, на самом деле, это, конечно, в туристическом смысле немножко странновато, когда в 9 вечера полный локдаун, вообще ничего не работает. Вокруг темень, единственное, что работает, соседний отель. Ну, он какой-то такой себе, а вот наш очень красивый. Просто посмотрите, как выглядит. Так что будете в Абхазии, залетайте сюда. С макрофотками все просто. Их делают iPhone и Samsung. Спасибо за внимание. Идем дальше. Проверяем возможность снять деньги в Абхазии. Мы пришли в Сбербанк Абхазии. И вот сейчас будем проверять. Есть еще вот такие возможности. Давай три и еще две. Ну что, прям выдаст денежку? Ооо, nice, look at this. Ну а дальше мы спустимся в пещеру и поедем в нее. На чем бы вы думали? На метро. В Абхазии мы обнаружили метро в Горме. То есть ты типа просто садишься в поезд и едешь по пещерам. The next station is пещеры. Кальянный зал где? Не подскажете? Снизу прям реально Марс. Да? Вообще. Как бы это смешно ни звучало, но среди нас наверняка найдутся спелеологи и просто чуваки, которые увлекаются всеми этими сталактитами, камнями, породами. И плюс ко всему, у нас здесь тьма абсолютная, огромное количество теней и лишь редкие искусственные источники света, короче, сложнейшие условия. И вот как мне кажется, iPhone с этой задачей справился лучше всех остальных просто на две головы. Глядя на эти фотографии, ты действительно имеешь возможность представить себе, как выглядят эти отложения, как выглядят текстуры. На втором месте пиксель, у него порой бывают значительные провалы в детализации, что здесь особенно актуально. Ну а на последних местах у нас Galaxy и Xiaomi. Galaxy делает какие-то ужасные с точки зрения цветопередачи фотографий, очень неестественные. Искусственный свет его все-таки сбил с толку совершенно точно. Часто размыливает края кадра, на кой черт он это делает. Ну а на Xiaomi примерно такая же ситуация, только все какое-то пластмассовое получилось. И конечно, глядя на эти фотки, составить впечатление об этой пещере будет просто невозможно. Из всей нашей группы, а это 50 человек примерно, лишь у троих я заметил флагманские айфоны и Galaxy. Все остальные снимали на китайские недорогие 10-15 устройства и были абсолютно счастливы. И вот вы можете сказать: чувак, а раз они это делают и довольны, то что ты нам показываешь какие-то флагманы за сотку? А я вам скажу, что за всю экскурсию я услышал несколько раз фразу: не знаю, видно тебе или нет, видимо они снимали каким-то родственникам видосы или там сообщения какие-то отсылали, не знаю. Так вот, главное отличие флагманов от телефонов начального уровня в том, что вы эту фразу произносить в 2021 году не будете. Что бы вы ни снимали, куда бы вы ни забрались, видно будет по-любому, ну, если вы понимаете, о чем я. Мы приехали в новый iPhone. Фу, конечно же, новый iPhone. И какой не новый iPhone, девочки, сюда не надо съезжаться. А с этого балкончика, как раз на выходе с экскурсии по пещере, мы поснимаем и поймем, какой из смартфонов зумится качественнее всего как в цифре, так и в оптике. Как мы поняли это год назад, так понимаем до сих пор. Абсолютно очевидно, что Galaxy S21 Ultra прокидывает всех в плане зума, он дает самые детализированные фотки, как не приближай. Еще неплохо с этой задачей справляется Xiaomi Mi 11 Ultra, потому что у него есть вот тот самый 100 с лишним там кратный зум, можно приближать куда хочешь. Pixel, кстати, тоже неплохо допиливает фотографии своими алгоритмами, они не стыдно смотрятся, их можно использовать где-нибудь потом. Ну, iPhone на последнем месте, у него действительно мало возможностей для приближения фотографий и получения хорошего качества. Ну а вот эти стократные Space Zoom, я считаю, все-таки баловством. Когда это появилось, было очень прикольно. Сейчас серьез об этом говорить как-то даже не хочется. Да, будете в новом iPhone, обязательно зайдите в панораму. Очень хорошее место, здесь и вкусно, и дико красиво. Если вы очень любите Android и хотите 10 из 10 просто фоток в авторежиме, которые будут ровно такими, какими задумывались, покупайте Pixel 6 Pro. Он не очень дорого стоит, да, к сожалению, его трудно достать, он официально не продается в России, но на моей памяти это абсолютно лучший фото-флагман на Android за все годы, и спорить здесь просто не о чем. Если вы немножко странный чувак и хотите постоянно ходить с ощущением, что могли бы взять что-то другое, но зато поэкспериментировали, берите Xiaomi Mi 11 Ultra. Хотя как снимает Mi 11 Ultra ночью, это прям достойно уважения и жирный лайкос Xiaomi за допиливание софта в ночной съемке. Если вас просто невозможно переубедить и вы привыкли, то, конечно, покупайте Galaxy S21 Ultra, хотя скоро выйдет S22 и там-то будет наверняка еще лучше. Короче, это реально классный фотосмартфон, который весь 2021 год буквально разрывал, удивлял, остался на уровне и, конечно, делает классно.
классные фотографии днем и ночью. Но если вы хотите максимальной стабильности, если вам нравится что-то обрабатывать, если вам хочется просто достать телефон из кармана, навести его в любых условиях и сделать снимок, вам нужно покупать iPhone 13 Pro Max. Я не могу сказать, что он лучше остальных, он просто классический, стабилен и выдает вам ровно то, что вы от него ожидаете. Это было наше финальное сравнение фотофлагманов 2021 года. Посмотрели на их возможности, сделали свои выводы, о которых вы, надеюсь, напишите в комментариях. Как всегда, оригиналы фотографий лежат в архиве по ссылке в описании. Скачивайте, разглядывайте самостоятельно и пишите, что думаете. Это был Арсений Петров. С наступающими праздниками. Пока. Вот такие дела. Пожалуйста.